третье место занял Владислав Дуболазов, Славянская Кубань. На втором месте Даниил Дуболазов, Славянская Кубань. Победителем в классе 125 кубических сантиметров юноши стал Ярослав Осипов, Славянск на Кубани. Третье место Александр Дьяченко, поселок Советский. Второе место в этом классе занял Александр Савченко, Светлоград. И победителем в классе 85 кубических сантиметров стал Амир Джигагов, Славянская Кубань. Победителем среди девушек в классе 125 кубических сантиметров стала Татьяна Вишневская, Славянская Кубань.